13 марта в Каспийске стартовало всероссийское рейтинговое голосование по выбору объектов, которые будут благоустроены в 2025 году. Они организовывают выезды на общественные территории для ознакомления жителей с процессом голосования. Основными территориями, на которых находятся наши волонтеры, являются парк имени Халилова, площадь имени Ленина. Также волонтеры города Каспийска обходят школы, СУЗы города. Волонтеры города Каспийска ознакомляют наших граждан с территориями, за которые они могут проголосовать. Всего у нас есть два способа голосования. Это по номеру телефона и через госуслуги. В этом году на голосование вынесено 6 общественных территорий Каспийска. Бульвар по Орджоникидзе 19Б и по Ленина 33Г. Площадь у мечети имени Фатхуль Ислам по улице Эмирова 77В. А также скверы по улице Батманова 3, устылы памяти пограничников, членов их семей и гражданских лиц, трагически погибших 16 ноября 1996 года, а также по улице Назарова 1Б. Набравшие наибольшее количество голосов, объекты будут благоустроены в приоритетном порядке в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда».